В рамках всероссийского марафона органной музыки в Волгоградской филармонии состоялся большой благотворительный концерт. Виртуозный органист Владимир Скоморохов исполнил для зрителей не только мировую классику, но и уникальные произведения победителей и призеров первого конкурса композиторов органной музыки «Новые классики. Орган Таврида». Владимир Скоморохов – молодой и очень талантливый органист. Волгоградец – выпускник музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, победитель самых различных престижных конкурсов. Признается, выступать в Волгоградской филармонии очень почетно, ведь орган, расположенный здесь, уникален. Конечно, поражает своей мощью, своим величием. Столько много труб, можно поискать очень много красок, различных тембров. Не случайно же говорится, что орган – это король инструментов. И действительно, он может заменить целый симфонический оркестр. Ровно в 14:00 в зрительном зале гаснет свет. Всего один взмах руки, и помещение наполняется невероятно глубоким волшебным звуком. На сцене звучат произведения известных композиторов Матиаса Рефельта, Бруно Влахика, а также молодых органистов, только начинающих свой творческий путь, победителей и призеров международного конкурса «Новые классики. Орган Таврида», который проходил впервые. Лучших композиторов наградили в сентябре, после чего их музыка отправилась покорять сердца слушателей по всей стране. Зрители с восторгом слушают чарующую музыку и следят за происходящим на сцене. Чтобы послушать любимый музыкальный инструмент, ребята приехали издалека. В зале воспитанники школ искусств Октябрьского и Фроловского районов области, а также города Волжского. Мне понравился концерт. Он очень интересный. Я играю на духовых инструментах. И я очень нравится мне орган, как он играл. И сам музыкант очень хороший. Как он играет хорошо, виртуоз. В восторге остались и взрослые поклонники величественного инструмента. Прекрасное исполнение, органная живая музыка, она вообще впечатляет, и нет слов. Органист вообще изумляет, насколько память у человека, насколько он вживается в каждое произведение. Ольга Цымбарович, Анна Корохова, Виктор Хиврин. Время новостей.